Друзья, сейчас мы с вами наблюдаем. Это улица Светлая. У нас администрация очень часто говорит, что не знает, где это находится. Здесь, видите, затопило, людям не пройти. Вот с той стороны обход есть, но вот тут вот потоп и стоит вода. Уже, по-моему, даже лягушки квакают. Хотелось бы, чтобы все-таки порядок навели и сделали все, как говорится, по красоте. Тут пару машин пригнать, воду откачать, и все, никакой проблемы нету. Ориентир — аквапарк Олимпия, поселок Витязево. Повторяю, то есть очень-очень бы хотелось бы реакцию на откачку воды, чтобы это не завоняло на всю округу и не привело к каким-нибудь заражениям и болезням наших любимых отдыхающих.